Софийско-Успенском соборе Тобольского Кремля отслужили торжественную литургию в честь великого праздника – Воздвижения Креста Господня. Посвящен он кресту, на котором был распят Иисус Христос. Когда-то крест был самым страшным способом казни, а стал одной из величайших святынь христианства. Для верующих религиозный символ служит утешением в тяжелых ситуациях, напоминая о возможности смирения. Христос, Спаситель, Сын Божий, добровольно взошел на это страдание, чтобы показать нам, что мир возле лежит. И только любовь, божественный дар любви помогает преодолевать вот эти неприязни мира сего. И мы, живя в этом мире, должны помнить и каждый нести свой жизненный крест. У нас в Тобольске удивительная возможность. У нас крест есть, в который вложена частица того животворящего креста, переданная патриархом Иерусалимским для града Тобольска. На Руси воздвижение считалось последним теплым днем, после которого наступали холода. Поэтому дачники стараются к празднику завершить все дела на огороде.